Республиканское отделение «Единая Россия» готовится к предварительному голосованию. Оно пройдет уже в воскресенье. Будут определяться с кандидатами на выборы в собрание представителей Владикавказа. Участники предварительного голосования, члены партии, ее сторонники и беспартийные граждане. Уже прошли дебаты. На 68 площадках обсуждали наиболее актуальные для региона проблемы. Это создание комфортной среды, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры. По условиям предварительного голосования каждый кандидат должен был принять участие не менее чем в двух дебатах. Не выполнивших этого условия кандидатов к предварительному голосованию не допустят. Подготовку к нему прокомментировал секретарь политсовета регионального отделения партии Тимур Артабаев. На сегодняшний день нами зарегистрировано 92 участника предварительного голосования. Но эта цифра не окончательная, так как решением Президиума Генсовета срок подачи документов был продлен на 3 дня – 17, 18 и 19 мая. Это вызвано тем, что не все желающие успели подать документы в установленный срок до 30 апреля 2019 года. В течение дополнительных трех дней региональное отделение приняло документы у 20 человек, которые принесли их в установленный регламентом срок и в соответствии с требованиями по полному пакету документов. В соответствии с положением о проведении предварительного голосования и решением Республиканского оргкомитета, все вновь зарегистрировавшиеся должны будут пройти обязательную процедуру дебатов, после которой будут включены в списки участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Хочется поблагодарить руководство партии за продление регистрации, так как такая возможность позволила сдать документы тем, кто не смог этого сделать по разным причинам в основной период.